Всем привет-привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Hello everyone, I'm Diane, Color of Fantasy Art Gallery. И, во-первых, хочу сказать спасибо огромное всем новым подписчикам и тем, которые меня смотрят. Вот, большое-большое спасибо вам всем. Thank you for everyone who's see my channel and who's subscribe to me. And I am very, very happy to see in my channel. Okay. Сегодня мы с вами будем делать, значит, интересную такую, может быть, и неинтересную для вас, но для меня это интересная заливка, да? Смотрите, я выложила одну перед этим видео одну заливку. Сейчас я вам ее покажу сначала, чтобы я не забыла. Так, я вам сейчас ее покажу. Смотрите, почему я сделала запись и удалила, значит, видео. Before that videos, I do some video and I put it in channel, but after I am the one remove because my painting not okay. And now I want to show. Смотрите, я заливала вот эту вот картину. Смотрите, видите? Она красивая, все, шик, very nice, very beautiful, okay? But смотрите, значит, что здесь произошло. Вот почему я и удалила, значит, это видео. Видите? Оно дало трещины. Здесь, на этой картине, я размешала 1, 2, 3 primer. Вот он, 1, 2, 3 primer, с клеем ПВА, да? И все цвета акриловые, ну, значит, там у меня были три цвета. Это синий, там зеленый. Ну, вот так вот я размешала цвета. Я размешала с клеем ПВА, окей? И вот этот праймер я тоже размешала с клеем ПВА. Теперь вот моя ошибка. Это сейчас я вам объясню, почему я это удалила. Смотрите, хотя вот сейчас я удалила, да, а сама теперь говорю, сама себе сказала, мне это очень нравится, хотя вот есть трещины, да, а такое ощущение, как будто это прям вот сделано так специально. Смотрите, еще одна. Видите, золото вышло так, как будто это сделано специально. Я, правда, делала на старых холстах, да, ну, как бы старые холсты, они не ну, как бы для... просто для показа, да, были. Поэтому я, ну, как бы не переживаю. Но мне понравился сам эффект вот этого. Видите? Такое ощущение, если вот кто не знает, например, скажет, ну, вот специально так сделано, да? And now I speak English. See, before video I am doing this painting, okay? I do that painting, and I see something, like when he start to dry, I see so many crack. See? The cracked. Here three colors, and I do it with the 1, 2, 3 primer, okay, for this primer, okay? I mix it with the PVI glue. This primer, I mix it with PVI glue. I just only experiment, okay? I mix it with PVI glue, and I try to do something new, okay? And all acrylic color also I mix it with the PVI glue. And when I am start to do very nice, I like it, see? I am very, very happy with this painting. But, but see the crack? This is the old canvas, I just try it. And I see like crack. And after I stop my video and I remove my video for not do any wrong the people, okay? But now I'm thinking I'm like this one and I want to try more the same effect. See the gold coming to up, you see? Like same specially you do like this. And here after I can do something like very nice design. This is PVA glue with the 1, 2, 3 primer. And acrylic color of PVI glue with the water. Okay, this is my mistake, which one I am like showing now for the people. Так, дальше. Извиняюсь, что я долго говорю на английском, но мои друзья просят все, пожалуйста, говори на английском, хоть хорошо, хоть плохо, но говори.
В общем, поэтому мне приходится говорить, это, конечно, для меня очень сложно, но что делать? Мои золотые, короче, слушайте, что я вам сегодня скажу. Моя ошибка была вот в этом, то, что я разбавляла с клеем ПВА. Теперь, сегодня я не буду торопиться, да, вот сейчас я пока уберу этот холст. Я сегодня решила сделать, сейчас я попробую еще открыть, так, еще и откроется ли? Нет, наверное, сейчас попробую чем-нибудь приоткрыть. Не откроешь ведь. Угу, сейчас. Так, сегодня что я хотела сделать? Я, значит, вот опять же буду экспериментировать, так как мне очень понравился вот этот вот праймер, да? Я сегодня его не буду разбавлять с клеем ПВА, а я его разбавлю с моей вот этой вот Thin It. Я добавлю сюда вот в эту белую Thin It. Вот теперь по поводу Thin It. Что такое Thin It? Latex Paint Thinner and Conditioner. Кондиционер. Thin It на русском я нашла. Что заменяет этот Thin It? У вас он есть. Это разбавитель для акриловых красок. Даже есть в художественных магазинах, я посмотрела по интернету, есть, прям так и написано, разбавитель, по-моему, Sonnet выпускает их, разбавитель, именно для акриловых красок, так оно и называется. Так что есть он у вас, вот этот. Вот он мне заменяет флоритрол, понятно? Вот этот вот, вот эта жидкость заменяет мне флоритрол. Now I speak English, see. Today I want to do this 1, 2, 3 with this thin it. Okay, this thin it for me like seem the floritrol. Okay, like when I am do it that seem floritrol. Okay, just only this one seem water. Okay, but floritrol yellow white color and seem milk. This is just only some water, but this one, see, latex paint, thinner and conditioner, some floritrol, okay? In Bahrain, no have the another one, and I buy this one, thin it. Okay, теперь дальше. Смотрите, что я сегодня делаю. Я прям буду вот при вас это все делать для того, чтобы уже мы как бы... чтобы вы тоже увидели, да? Вот. Теперь я вот немножко вылила сюда Thin It. Видите, разбавитель. Вот он, я написала. Я вот в эту бутылочку вылила для того, чтобы мне было удобно. Теперь я... Вам видно? Я сюда добавляю вот эту краску. Так как мне надо много, мне надо много. Я ее сейчас всю разбавлю. Окей. Сейчас попробуем разбавить. Теперь вот этот разбавитель я просто добавляю. Видите, он как водичка. Вот это и называется разбавитель. Я специально сегодня смотрела. Дальше. По поводу Shelly Art, когда я вот показывала, и у меня там есть вот кондиционер, да, называется Wood Stain, что ли, да, если они... А, Pre-Stain, по-моему, или... Да, Pre-Stain. Это морилка на вашем... ваших магазинах можно спросить морилку. Вот когда мы делаем активатор, мы добавляем в этот активатор морилку. Несколько капель морилки. Есть морилка на водной основе, есть на масляной основе. Вот эту морилку, несколько капель титаниум белый, немножко воды, немножко титаниум белый, немножко воды разбавляется это. Или если у кого есть флоритрол, или вот этот разбавитель, который я вам сказала, разбавитель, если есть, то вы добавляете разбавитель, титаниум белый и несколько капель морилки. И у вас получается, это вот я вам открываю секрет вот этого активатора. Или же вот тот активатор, который я вам показывала.
Так, мне нужно чуть-чуть пожиже, ну, чтобы жидкая была она, поэтому я буду размешивать. Или же вот тот активатор, который я вам показывала, шикарно работает, я его прям обожаю, я им и работаю, я показывала, как вот делаются, ну, вот эти ячеечки с черным. Это краска для... Для чего она там была? Для... ой, господи, для кожи, для материи, для керамики, по-моему, что-то такого типа, да? Так, вот сейчас, если я найду ее, я вам покажу. Но у меня ее нету сейчас. Здесь, а ну-ка. А, да, вот она. Так, это фивикрил называется, видите, вот. Вот ее можно использовать для шелли-артовских ячеек просто без ничего. Если даже вы добавите чуть-чуть разбавителя, который я вам показывала, вот который этинит, вы добавите фивикрил, чуть-чуть, прям капельку жидкую, она тоже будет делать такие же ячейки. Так что пробуйте. This fivicryl I showing about the Shelly Art, for Shelly Art the activator. I do it this fivicryl without nothing. Like just only fivicryl and I get nice this one. Nice design for Shelly Art. Так, окей, здесь мне надо побыстрее, чтобы... то сейчас... Так, я сейчас размешаю. Так, ну вот, смотрите. See, I mix it with my tin it, this floritrol, okay? Like, mean this floritrol. See how, like, not very thin and not... See? Смотрите, это и не жидкая получилась, и не густая. Смотрите, видите, как она ложится? Вот. Она сразу уходит вниз, значит, она вот такая средняя. Я думаю, что вам видно там, да? Я не знаю, мне не видно. Сейчас. Да, видно вам. Смотрите, видите, как она ложится? Вот. Вот так. Кругами, как бы, когда делаешь, она сразу уходит. Видите, вот. Значит, она средняя такая, не сильно густая, не сильно жидкая. Вот, this is the one I mixed prime 1-2-3 primer with this, with the floritrol. Okay, now, теперь смотрите, я разбавила. Во-первых, сейчас еще я что хотела вам показать же. Видите, да, вот такая у вас дианка. Вместо того, чтобы сначала показать, я вот проэкспериментировала, поэтому я вам уже и показываю. This is my experiment, okay? I have before video, I have like same exactly video, I do it, okay? Я делала это видео, такое видео я делала, если кто-то помнит, еще это, я говорила, что облачный эффект, там, по-моему, так и написано, облачный эффект, смотрите, видите? Но там я разводила тоже, 1-2-3, я разводила вот эти краски акриловые, с этим, по-моему, с полуакриликом, что ли, что-то такого типа, я уже не помню. В общем, и дало вот такой вот результат. А теперь, сегодня я буду разбавила краски не с полуакриликом, а просто с водой. Вот мой секрет, не секрет, может, это уже открытие, наверное, уже, хотя я еще не видела, чтобы с водой, с водой делали... Нет, я видела, вру. Видела, но это, по-моему, у Риска, что ли, вот это есть же, она с феном там работает, короче, я видела, что она это делала, ну, может быть, у нее не так, но с водой у нее были краски, вот. В общем, не буду хвалиться, потому что я еще не ас в этом деле, да, но видите, какой красоты получилось, супер. В общем, this is the one today I try, okay, and the... key for this, the 1-2-3 primer, okay, which one I do it now, and I mix the color, with the water, just only with the water, okay, no any medium inside, no floritrol, nothing, just water. I want to try today same experiment to do same this design, okay, I'm do it today, see, very nice, and I like it too much. Вот, я сегодня буду экспериментировать, короче, вот этот праймер 1-2-3,
и вода. Все, на этом мы начинаем с вами работать. Вот, а то я много болтаю, а мало делаю. У меня записи меньше, чем я болтаю. Короче, а буду работать сегодня вот с этой. Попробую вот с этой. I do today with this spatula, okay? I try to do maybe some design. I don't know. And flip cup. Так, ну, во-первых, смотрите. Во-первых, мы делаем flip cup. Вот у меня цвета. Я не знаю, сейчас я в тот раз пробовала, значит, сейчас я это пока уберу. Подождите-ка. Сюда, чтобы... А, вообще-то зачем? Чтобы вам видно было. Ладно. Так, окей, флипка. Я здесь несколько цветов у меня, но я не знаю еще пока, какие выбрать. Сейчас подумаю. Вот прям на ходу буду думать. Значит, смотрите, на этой маленькой буду делать. Вот флипкап вот с этой маленькой. Сначала я добавляю вот эту белую чуть-чуть. Добавлю белую. Я не знаю, хватит она или может чуть побольше взять. Может, чуть побольше будет стаканчик. Может, хватит? Нет, давайте-ка чуть побольше возьму. Так, минутку я возьму. Так, окей. Буду делать вот в этой. Вот, помните, у меня было... Это вот, по-моему, тут какая-то, в общем, карамелька была. Вот. Буду делать вот в этой. Ладно. Здесь чуть побольше. Так, окей. First I try to... I keep it a little white, окей? In down. Но силикон. Нету силикона, ничего нету у нас тут. В общем, мы делаем все это без силикона. Так, я хочу, чтобы видно было. Я сейчас посмотрю, видно вам или нет. Видно, наверное, да? Ладно. Я постараюсь как-то сделать так, чтобы меньше тени было, но тени все равно много. Короче, вот, я сделала чуть-чуть белого. Дальше. Дальше, дальше. Что будем делать дальше? Что добавить? Так, давайте я добавлю вот эти цвета сейчас сначала. Зеленый. Вот такой зеленый у меня. Я просто ложкой добавляю для того, чтобы удобнее было. Вот 2-3 ложечки, наверное, хватит. Пока. Дальше. Я добавлю вот этот голубой. Тоже 3 ложки добавлю. Так, окей. Дальше. Добавлю чуть-чуть вот этот светло-зеленый. Это все на воде. This is the water, okay? First I make it white, after I do pietano green, and after I do it the blue, but I not remember what is blue, okay? This one yellow green, вот светло-зеленый, yellow green, okay? I keep it. Это уже другие какие-то цвета получаются, в общем. Дальше, на yellow green. Что можно добавить на yellow green? Не знаю. Ну, фиолетовый, что ли, добавить? Ну, ладно, сейчас посмотрим. Так, yellow green, давайте добавлю. Окей, okay. I keep it this gold. Yellow green, окей, okay, no, first, maybe I keep it, yeah, окей, okay, gold, no problem. I keep it gold. Also 3. Okay. After that, I want to keep, try the violet. Maybe come nice, maybe not nice, but I want to try. Okay, but violet, I think I need only just little, not more. Okay. Фиолетовый я добавила, значит, золотой, белый, темно-зеленый, фиолетовый, золотой. Короче, уже столько мы понадобавляли. Дальше.
Давайте я добавлю еще чуть-чуть сюда белого. White. Окей, okay, I do it white. Так. Дальше я добавлю немножко сюда вот такого красного. А зачем красный-то нам? Нет, давайте я красный уже добавлять не буду. I don't want red, maybe yellow. Это я просто размешала цвета, и они у меня уже готовые были. Я вот потом решила. Вот видите, цвета размешанные, просто водой. Давайте, I make it yellow. This time. Окей, okay, 3. Enough. Так, окей, okay. This 3 enough. Теперь я думаю, что это еще мало. О, там уже идет. Молодец я вообще. Так, сейчас. Это я добавлю вот сюда. Сразу. Ладно уже, все. Ничего не падает. Так, все, может быть, хватит или еще что-то добавить. Ладно, давайте. Видите, я все время на последний момент начинаю думать, что же добавлять, как добавлять. Давайте, ладно, вот этот. Нет, вот этот. Темный. Пусть будет темный, ладно. 2. Потом голубой. 1 хватит, мне кажется. Много не надо. Вот эту 1. Зеленый. Из меня, по-моему, не выйдет никакой заливальщик. Ну, давайте еще золото добавим. Золото. Я люблю золото, когда много. Ой, мы же вот такие, да? Ну, и чуть-чуть фиолетового добавлю. Уж пускай все цвета будут, все. Окей, финиш. Хватит, хватит. Называется хватит. А то я сейчас переиграю. Дальше, вот у меня уже, видите, это уже ушла. Теперь, ладно, все равно нам нужно. Теперь, флип-кап. Вот так, флип-кап называется. Из меня толку, конечно, никакого. Но я все равно буду пробовать. Вот. Окей. Too much. Очень много. И не нужен был фиолетовый. Вот тебе и на. Не нужно было вообще, конечно. У меня вечно что-то не так. Так, мне это уже не нравится. Хотя я ее доделаю. Смотрите, как красиво. Вот всегда я так расстраиваюсь. Ладно. Окей. Будем делать дальше. Будем делать дальше, мои дорогие. Расстраиваться не надо. Это всего лишь картина, да? Сейчас, подождите-ка. Мне даже жалко. Мы же русские, как говорят. Мне жалко это. Пускай уж будет на этой картине. Так, все, хватит. Так, все, окей. Okay. This is my some wrong, but this okay. I don't want to sad. No problem. I can do another one. Okay, now what I do? Spatula not possible for me.
Смотрите, уже ячейки пошли, вот, видите? Даже если со спитулой у меня не получится, а я все равно сделаю обязательно. Я не знаю, я, наверное, с Армении приехала, уже все позабыла, позабывала. И не знаю, короче говоря. Почему у меня не получается так, как я хочу, я не знаю. Окей. Но проблема. Так, а давайте попробуем еще, как у нас это делало как-то. Ну, давайте вот здесь. Здесь чуть-чуть. Начнем делать заливку. Так, вам видно? Вообще красивые, конечно, и цвета красивые, шикарные. Ну и что, не получилось там так, как я хотел. Но зато красота. Вон, смотрите, какая прелесть. Во. И это раз. Пошли обратно. Это у нас два. Угу. Тут сын пришел, по-моему. Собаки побежали с работы. Так, все окей. Окей, пока подождите. Теперь я в эту сторону немножко протяну. Окей, видите. Так, сейчас вот сюда немножко, чтобы оно прошло. Угу. Видите, как интересно получилось. А я-то думаю, нет, я все равно выложу это, конечно, обязательно. Так, сейчас вот так встану. Здесь красивая, мне не хочется, конечно, ее терять, но придется. А может, нет. Сейчас посмотрим. Может, я наоборот. Ну, тут много. Угу. Мне не хочется терять эту красоту вот эту. Поэтому. Мне кажется, я все равно ее потеряю. Ну что делать? Придется. Другого варианта нет. Вот опять у меня золото убежало куда-то. Нет, красиво. Смотрите, как интересно получилось.
Видите, как интересно. Ну, тут надо еще слить, поэтому я думаю, что надо слить чуть-чуть еще. О, все. Уже нравится. Так, уже мне нравится. И вот, see? Not bad. I cannot do with that one, but okay. See, nice. Very, very nice and beautiful. Так, я сейчас подожду пока. Посмотрите, как получилось. Пусть вот эти уйдут. Вот мне вот эта часть, конечно, нравится, но не до такой степени прям. А тут ее много еще. И здесь мне нравится. И что делать? И как быть? Ну, придется как-то вот умудриться вот так. Очень много здесь, конечно, краски. Но я попробую. Ладно, вот. Уже лучше. О. See, without silicone, without nothing. Вот the water. Вот, пожалуйста, видите, хорошо, что я дальше стала записывать. Это, ну, я еще одну сделаю обязательно вот с этой, чтобы вам показать. Я немножко вот когда тороплюсь, когда камера включается. When I see the camera, always I forget what I must be doing. Without camera I do it nice, but with the camera I don't know why not nice. See how nice. Посмотрите, какая красота. Она еще вся блестит вообще. Все, хватит, а то я сейчас разойдусь. Окей, see how come? Видели, какая красота. Люди, 1, 2, 3, это праймер. Это акриловый праймер, который сначала красит, например, мы красим что-то, да, а потом уже красим. А потом уже сверху можем красить другими цветами. Или же размешать это и красить вот праймер. Как он называется на русском, я не знаю, честно сказать. Я не знаю. Но вот он вам эффект. Это просто краски акриловые, вода и вот праймер вместе с разбавителем для акрила. This is the color with the water, okay, and with the primer white. And the color with the water, and I mix primer with the floridrol. See? Very, very beautiful. Okay? Вот такая красота. Сегодня немножко неудавшаяся, но она все равно красивая, потому что я сделаю это на тоже большой, наверное. Я так говорю, когда на большой, а потом сама ничего не делаю. Но я постараюсь. Вот, видите ли? Все, а теперь всем пока-пока. Как высохнет, я вам завтра покажу. Надеюсь, что до завтра высохнет. А подождите-ка, может, я немножко вот эти бублики уберу. Может, еще что появится у нас. Ну-ка. Ну, вообще-то и бубликов-то нет здесь. Немножко так. Можно чуть-чуть. Окей, вот, мне нравится. Сам дизайн понравился, пожалуйста. Я только вот не знаю, фиолетовый, наверное, не надо было добавлять, конечно. Можно было бы просто добавить зеленый, но я еще одну сделаю сейчас. Сейчас
Сейчас я отдохну и сделаю еще одну. И там уже я вам покажу. Окей, финиш. Все. Смотрите, ну какая красота. Ну просто красота, да? Ну, мне кажется, еще осталось, видите? Краски, мне кажется, много. Я не знаю, почему, но мне так кажется. Хотя я не думаю, что она может треснуть, но все равно. Может, вот в эту сторону как-то лучше еще провести чуть-чуть. Ну, я сейчас подумаю, в общем. Может, я в эту сторону еще проведу. Вот. Мне кажется, что все равно много краски. I think I have more hair paint and I want to remove little just. Все. То я сейчас все попорчу, видите, уже испортила и эту красоту. Окей, все. Все, я опять кручу. Я просто хочу, чтобы рисунок получился красивый, а он что-то. Ну, я сейчас еще одну попробую. Ладно, все, хватит крутить, а то я сейчас вообще испорчу. Пусть уж побудет так. Вот так. Все. Окей, now finish. You can see how come nice. Water and primer. Вот акрилик. Всем пока-пока, мои дорогие. Вы уже поняли, да, что я расстроилась, потому что я не смогла провести вот этой вот штукенцией. Но я обязательно проведу. Я обещаю. Вот смотрите, как получилось. Красиво очень, да. Все, а теперь всем пока-пока. Еще запишу еще одно видео такого же типа, но с другими цветами, может быть. Пока-пока. Bye-bye. See you. Thank you for subscribe and maybe you like it. You make it like that, maybe not like that. Okay. Если вам нравится, сделайте вот так, а если не нравится, сделайте вот так. Короче, а я знаю, что много сейчас будет вот так. Ладно, мои хорошие, всем пока-пока. Еще я еще одно видео запишу. Пока.